Очень интересно, когда вот со своим другом встретился недавно, и вот он решил квасануть, уже больше полугода квасит. И сегодня вот мы с ним общались, проведать его зашел, и он такой, мы с ним разговаривали о том, что ты понимаешь, что все причины, все твои проблемы, все твои невзгоды, это как бы ты сам виноват. Ну, он говорит, ну да, конечно, я все это сам виноват, это я все сделал. И он говорит, ну вот что делать-то? Я говорю, ну ты вначале-то должен понять, что ты на самом деле абсолютно во всем виноват, все твои проблемы связаны именно с тобой. И что ты должен понять, что не такой уж ты и хороший, как говорится, да? То есть ты говно внутри-то, то есть ты говнястенький такой. Почему вот тебе так плохо-то? Потому что ты очень себя считаешь хорошим, достойным человеком, достойным, и ты восхваляешь себя в каких-то там проекциях, да, себя. То есть ты считаешь, что ты мастер на все руки и так далее. Но ты внутри должен, то есть ты должен понять, что ты говнище на самом деле. То есть поэтому все твои проблемы, все твои невзгоды, они именно из-за того, что ты не такой уж и хороший. И тут я увидел просто и так четко. Я специально его как бы вызывал на то, чтобы он немножко не то чтобы взорвался, да, а то чтобы расшевелить его внутри. Потому что он, то, что он бухает, он только рассказывает, как всегда, да, вот как все алкоголики, наркоманы, что брошу в любой момент, все такое. Сейчас вот прям и завяжу. Прям вот сейчас вот допью и завяжу. И уже третью пьет. Друзья, рекомендую вам карту Тинькофф Блэк. Офигенный банк, офигенная карта. Очень удобное приложение. Если по промокоду у меня внизу видео пройдешь, то пожизненное бесплатное обслуживание карты. Для оформления карты к вам приедет человек, договоритесь, он в любое удобное время приедет, к вам к дому подъедет, и вы прям там оформите карту. Очень удобно. Рекомендую этот банк, потому что сталкивался с блокировкой счетов из-за каких-то маленьких, малюсеньких штрафов в известных банках. Ну и нет проблемы, заводишь вторую карту, допустим, она может когда-то пригодиться, и, как говорится, не храни все яйца в одном лукошке. Я пользуюсь несколькими банками, но этот мне больше всего нравится. Удобное приложение, вообще суперское. Рекомендую. Вот, и вышли на то, что я ему рассказываю свою историю, да, что, допустим, ты должен понять, что ты говно. Ты натурально вот говнище, что ты ничтожество. И он такой прям вот взорвался практически, да, что посмотри, вокруг все меня уважают, то есть я сделал тому, я сделал всему, то есть все вокруг, я им помогал, то есть тому помог, соседку отодрал, там еще что-то, ну что-то такое, да, короче, всем помогает, супермен такой, да, и он сражается вот за вот это вот свое превосходство, и он не понимает, что он не то что тут говни, он бухает, да, но он супермен бухает, и он прямо такой с таким лицом: да нет, какое говно, я хороший. То есть он прямо такой вспылил, такой прямо губы искривились вот такие, когда вот ты, когда не в уме, когда ты осознаешь, контролируешь свои действия, да, когда ты видишь, где ум, а где не ты. Ну, вернее, когда работает ум, когда рефлексы вот эти вот,
когда программы работают, ты реагируешь вот, вот так вот. То есть эмоции, все такое, лицо меняется, гнев там и так далее. Это все ум и программы. Когда у тебя нету, когда ты на все реагируешь ровно, это ты. Или ты просто эти все ситуации очень быстро рассматриваешь. Но это все равно уже ты становишься. Ты все более и более становишься собой, настоящим. Вот. А пока ты не настоящий, у тебя есть вот эти вот реакции. Реакции тела, реакции эмоций, все вот это вот. Фигня эмоциональная. Все эмоции — это ум. Это все ум. И когда ты начинаешь вот так вот теребить, а человек полностью неосознанный, да, и ты начинаешь его вот так вот не то что колоть, а ты его как бы подталкиваешь к тому, чтобы он увидел, что он не такой уж и хороший, что внутри это какое-то говнецо сидит. И вот он сидит, я ему рассказываю про то, то есть примеры какие-то привожу, да. И он сидит такой, там, уже мимика меняется такой. Если человек сидит такой, видно, что сейчас заревет. Ну, взрослый человек, он так вот сидит вот так вот. И вижу там уже это все. Слезы наворачиваются, но... И человек решился, ну просто вот поговорили, он решился, что надо все, надо ехать в наркологию, выводиться, и, короче, его в наркологию повезли, там знакомый его повез, там, через родственников. И дело в том, что ум, он за своего вот этого адепта, неосознанного, он очень за него цепляется, потому что вот эта боль, вот эти страдания, ум просто этим наслаждается. Он, ему, конечно, насрать, боль, любовь или страдания, то есть уму нужна просто вот эта вот игра, вот это поглощение, чтобы ты был поглощен в этой игре. Пусть даже это будет не страдание, а любовь такая, но все равно это все страдание. Все, что связано с умом, это вокруг, все, что ума, это все страдания. И ты страдаешь. Такой страдалец, такой радостный, там, любовь там. Все это страдания, потому что эмоции – это страдания. Потому что если ты рассмотришь все свои эмоции, откуда они вылазят, они все вылазят или из жадности, или из чувства превосходства, или еще... Ну, почти все чувства превосходства и все остальное – это жадность. Ты все время хочешь себе. Когда ребенок родился, он хочет уже себе. Он уже хватает. Он себе, себе, себе. А потом ты у него забираешь, он еще сильнее забирает. И вот понеслось. И начинаешь себе, себе, себе все время хапать. И здесь то же самое. Человек хочет, чтобы его считали хорошим. Он хочет себе. Он хочет, чтобы был хорошим. Себе, себе. Я хочу, хочу быть хорошим. Я все делаю для того, чтобы быть хорошим. Я ничего не делаю для людей, на самом деле. Я все делаю для себя. Себе, 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 себе. А для людей ты будешь делать только тогда, когда ты поймешь, что ты есть, что тебя не существует, что ты есть, что ты никто. Вначале ты поймешь, что ты есть, потом, что ты не существуешь, что ты никто. Ну, не то, что не существуешь, что ты никто. И когда ты станешь никем, только тогда ты искренне
сможешь помогать людям. До этого, если все, что ты помогаешь, это все на самом деле эгоистичные позывы в этой помощи. Ничего там настоящего нету. Себе, себе, мне, мне, да побольше. Побольше мне, побольше. Так что так вот. Ну и когда ты видишь вот эти искривленные мимики, вот эти лица, вот эти, о, сука! Или какой-нибудь там улыбка. То есть улыбка настоящая, это просто вот легкие улыбающиеся губы. Или не улыбающиеся. Настоящая мимика, она не отражает твоих вот этих вот каких-то кривляний, искривлений, еще что-то. Это все игра. Игра, в которой ты играешь. Как клоун, как актер комедийного жанра. Или не комедийного, или фильм ужасов. Это все игра, в которой ты участвуешь. Когда ты ни в чем не участвуешь, когда ты здесь, сейчас, ты просто есть, и тебе не нужно ни ржать, ни срать, ну, в смысле, не какие-то мимики страшные, еще что-то. Ты просто здесь. Все остальное — это ум и твои программы. Так вот.